Всем привет! Сегодня мы разберем песню Егора Крида «Девочка с картинки». Я покажу, как играть аккорды, покажу, как играть вступление и покажу, как играть фингерстайл. Табы будут в самом видео. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Как играть вступление? Значит, мы играем вот вступление, зажимаем на четвертом ладу аккорд CMDS и играем пятую, четвертую вместе, и потом третья, вторая, первая. Затем мы ставим на восьмой лад палец, девятый лад вторая струна и двенадцатый лад первая струна. Дальше мы играем, ставим вот такую лесенку, четвертый, пятый, шестой лад. И играем пятую и четвертую вместе. Сыграли, и затем уже аккорд берем, аккорд B. В медленном темпе звучит так. Можно играть вот такой вот бит. Так, теперь какие аккорды используются в песне? В песне используются всего три аккорда. Это аккорд CM. Второй аккорд это A major 7. Играется он вот так вот, без барре. 1, 2, 3, 4. Или можно его здесь взять. И третий аккорд, аккорд B. Звучит, кстати, красиво, когда без не барре зажимаешь, а когда без первой струны. CM, аккорд A major 7, или здесь его можно взять, можно еще здесь взять. И аккорд B. Берется здесь или здесь. Так, давайте посмотрим бит и бой. Как играется бой в медленном темпе, значит, берем аккорд CM, играем, или CM7, это аккорд CM, DS7, или можно с мизинцем зажать, обычный CM. Значит, играем бас, удар вверх, вниз глушение, вверх, вниз, вверх, вот. Еще раз, два раза повторяется этот аккорд, бас, вверх, вниз глушение, вверх, вниз, вверх. Далее идет аккорд A major 7. Раз, и потом аккорд B. Здесь то же самое играется. Бас, удар вверх, вниз глушение, вверх, вниз, вверх, и аккорд B. Напоминаю о том, что аккорд A major 7 можно взять также здесь. Бас тоже будет пятый, звучит очень красиво. Два раза играется этот аккорд. Далее можно взять с открытой струной. Звучит очень необычно и красиво. Можно с барре взять на втором ладу.
Mm-hmm.